Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова Джек Шепард Юа, и сразу хотел напомнить, что каждый день в 6 часов выходит 2 серии. А мы продолжим проходить Flatout 2. Так, сейчас нам нужно, как это называется, протюнировать немножко машину. Так, здесь мы полностью сделали тюнинг КПП. Тут тоже. Так, тут тоже. Просто проверим сначала. Да и тут. Так, еще тут сделаем тюнинг немножко, чтобы каркас был помощнее. У нас шины купили. Да, мы уже здесь были. Все, теперь можно начинать у нас четвертый блок уже гонок. Так. Продолжаем наш четвертый блок гонок. Да, пару раз, извините, что повторяюсь, попью. Тоже извиняюсь. Так, что тут у нас поле, город. Но какое-то поле и город. Так. Дорожайся. То есть мы не включили загрузку, странно. Ну, продолжим тогда. Кстати, мы уже максимально сделали машину по тюнингу. Нужно брать быстрее машину, потому что, видите, уже нас обгоняют. Постараюсь хотя бы вторым прийти. Может, первым выйдет. Так. Немножко не вошли в поворот. Ну ничего. Уже догоняем. Так, главное, чтобы нас не вынесло. Нитро. Натя. Так. Давай. Давай. Сейчас трамплин будет. Так, мы третьи. Так, проехали. Отлично. Так, давай. Третьи. Да, все-таки нужно менять машину, а то уже... Чуваки, дайте проехать. Чувак, ты вообще одноглел. Так. Все, нам осталось только одного догнать. Это уже предпоследний круг. Кстати, после того, как, когда я поставил каркас на машину, она стала как-то тяжелее чувствоваться. Слушайте, а он, походу, отдаляется. Хотя на повороте нагоняем. Так. Пойдем, наверное, на трамплин нитро возьмем. Немножко. Так, все нормально. Нитро есть. Нужно немного оставить нитро нам. Самый раз нитро использовать. Ух, как хорошо избавились от него. Он там где-то... Уже с другим чуваком попала в аварию. Так, третий круг. Так.
Так, финишная прямая. И мы первые. Так, что тут у нас? Золото. 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 Так, мы продолжим. Так, следующий у нас гонка. Это в городе будет. Хулиган. Уничтожим жену соперника, чтобы получить премию хулиган. Так. Вот я хочу, то есть, эту, как бы, внедорожник, то есть, купить себе. Потому что он... Так. Потому что он, ну, в принципе, как бы нормально по скорости, но он... Ну, ним, короче, хорошо таранить других машин. Смотри, его занесло даже. Ай-яй-яй, уже дались. Я так понимаю, уже эта машина не тащит в гонках. Так что нужно менять. Нитро. Смотри, как-то вывернулся. Так, здесь должен быть трамплин. О, чувак тоже на него поехал. Ух! Прилетели. Ох, как припечатало его. Это было эпично. И мы первые. Так, чувак, не переворачивайся. Так, уже сзади нас настигает противник. Чувак, блин, о, припечатал к стенке. Так, парковка. Так. Еще два круга нам осталось. Снова сейчас пойдем на трамплин. Нужно больше нитро. Больше жогова. Как бы. Ух! Смотри, в тютельку долетели. Так. Оп. Смотри, догоняет. Ах ты, зараза. Смотри, уже в отсечку едем. Блин, мы потеряли эту позицию. Мне кажется, мы одного чувака уничтожили уже. Так, сейчас. Врежься, только врежься. Блин. Вторые. Так, больше нитро. Чуть не врезались. Так. Давай, догоняй его. Все-таки да, нужно мощнее машину брать. Так, главное его сейчас не пустить. Слушай, блин. Так. Он сзади. Блин, здесь первым придем, да. Ух, сзади врезался. Так. И мы первые. Так, третья гонка. Последняя уже. Уже в следующей гонке продолжим. То есть, в следующей серии продолжим играть. Так. Локация лес.
Да, здесь какая-то приятная очень графика в лесу. Не знаю, ух, какой замес был. Не знаю, наверное, вам все это YouTube пережмет. Кстати, не забывайте подписывайтесь, ставьте лайки каждый день. Напомню еще раз, выходит в 6 часов утра 2 серии. Ух. Не хотел бы я сюда врезаться. Сейчас накопим деньги и будем покупать уже машину новую. Да. Нитруху. Все-таки они от нас достали. Довольно очень далеко. Так, немножко низ нитро. Так, уже у нас предпоследний круг. На рампу не будем заходить. Пока что нас никто не догоняет, но пригодилось бы на всякий случай нитро. Сюда давай поедем. Сюда, кстати, я редко когда езжу. Ох. Так, сзади два чувака догоняют нас. Пойдем по кратчайшей дороге, поедем по кратчайшей, как бы, кругу. Так. Хочу заявить, что я буду первый. Да, как всегда. Ставим немножко нитро. Такс. Только не занести нас. Это же как бы последний круг у нас. Тут главное нам нигде не врезаться. А то капец будет. Так, надеюсь, мы приедем первые. Слушай, не, а они от нас далеко отстали. Такс. Вот сзади догоняет один. Ну что, мы сейчас приедем первыми. Вот как раз и финишная прямая. И хочу заявить, что я снова первый. Оп. Все. Думаю, будем уже заканчивать сейчас. Спасибо за просмотр. С вами был Jack Shepherd UA. И хотел еще раз напомнить, что каждый день в 6 часов выходят 2 серии. Всем пока-пока. С вами был Jack Shepherd UA.